уехала. Таши Делек, с вами буддистка Крэфтису. Ну что, какая-то красивая. Спасибо. Прошло. Сегодня же у нас какое? 14, 15, да. А завтра уже Асанушка пришла попрощаться со мной котичку. Завтра не получится. Будешь скучать? Конечно, будешь. Ну ты же приедешь завтра. Послезавтра приедешь, да? А ты в Минске же едешь? Да, я же была у вас. Ну сейчас мы там переснят сверху. Не будем о грустном. Hot potato. Какова жизнь? Мне нравится, у меня лоб сильно открытый. Уже почти 2 часа, да, вот сона. Закончила. Да, я не дождалась. Я никого, ничего, ни зарплаты, ничего, сразу побежала. Ой, грожу видео. Вот у нас тут так многолюдненько, ой-ой-ой. Что-то происходит. Полный аншлаг. Ой, мне что-то Люфтганза прислала. Надо почитать. Итак, видео грузится, все прекрасно. А мы с Сонушкой решили пройтись, прогуляться. Выдавила, я пока не снимаю меня. Господи, этот чудо-человек. Пойдем прогуляемся. Не, идет красный. Пойдем что-нибудь покушать. Дед Мороз, красный нос. Да, у меня всегда красный нос. Главное, чтобы на душе было хорошо. Да, красный, хорошо. Это цвет красоты. Красный, ты красный. Обалденно просто. Идем в наш любимый ресторан. Хотя мне сказали, не называйте эту халабуду рестораном. Почему? Ну что, они сами его назвали так. В рамках Арамбольска это вполне в рамках Арамбольска, да. Мы можем себе позволить покушать в ресторане? Конечно. Картошку фри. Картошка фри в ресторане. Солнце. Сегодня солнышко выглянуло. Ну, такие облака. Ну, надеюсь, я все-таки осуществлю задуманное. Может быть, еще даже в храм зайду. В какой храм ты зайдешь? А тут есть какой-то храм, я все хотела в него зайти, маленький. И никак не получилось. Там такие виды чудесные. Да, я поднималась очень красиво на горе. Да. Я легла на траву, а потом у меня все в жопу чесалось. Сейчас чисто была. Может, не там легла просто. Не там легла. Да. Может, на крапиву легла, не знаю. Может, на крапиву. Это очень странное происходило с моей кожей. Даже описание просто такого. Прошла, у меня ноги чесались. Вот это отель, да, кстати, его в этом сезоне построили. Да, я видела, как его строили. Крыша из крутая. Мы хотели узнать ценник во время локдауна. Ну, вроде как он закрыт. Вот этот отель не для посещения. Да, так ну, вот он что-то закрыт, свет горит, но закрыт. Непонятно какой. Свет включили, а сами закрыли. Да, что-то он как-то непонятно. То по знакомой уже дорожке бредем. Ой, мысленно прощаюсь. Все есть туда. 4 часа откроются только. Морешка. Ой, распогодилась даже, что-то кажется. Да, нам надо поспать. 2 часа в день. После еды, аккурат, ровно. 2 часа, чтобы накопить приличный аристократический слой жирка. Да. Чтобы выглядеть достойно, дорогие. Иначе как? Я заметила много индусов, вот у них такой животик, прям ходят такие. У них такой животик, потому пузики. Что они едят, ну, смотря какой индус. Они едят много риса, если это вегетарианцы, они едят все жирное. И очень мало белка, который строит мышцы. Ну, мне это кажется. Они не занимаются спортом. Ну да. Тела дряблые, если это уже такой взрослый. Да, дряблые. Ну да. Мне кажется, им все равно, какие у них тела. Мне кажется, им все равно, какие у них тела. Да, даже у женщин. У женщин, вот, если брать хинди, да, в расчет,
что лучше, если есть небольшой животик. Это показатель, не знаю, сексуальности. Животик, даже если посмотришь фильмы индийские, да, такие старенькие, там у всех женщин есть животик. Иногда даже приличный животик. Животик. Пятый месяц беременности. О, грязная, ёшкин, давно не было. Ёшкин. Да. Или это уже сколько вымыло грязи на берег? Не знаю. А я чё? Я иду, вообще забыла, что маску надо надеть. Кому? Мне. Я ж с масочкой хожу. Да, разные? Не. Ну так. Я чё, голодная. Ой, сейчас что-нибудь перекусим. Видите, бар и ресторан. Я ничего не придумала. Как называли, так называли. Ой, как чудесно. Я думаю, пора снимать уже шум моря, да? Но мы пока кушаем, а надо же, чтобы было тихо. Ничего, пойду. Сейчас покушаю и пойду снимать. Все для вас, дорогие мои. Сон, а что вы можете посоветовать? Как бывалые этот обыватели ресторанов. Одналив. Значит, лафа, да? И в еде, наверное. Все по сценарию обычному. Сегодня хочется что-нибудь закуску поесть. Да, вот и я думала, закусочку. Покора. Да, это, конечно. Удивить людей, бахнуть на шею. Думаешь, они приготовят милкшейк, да? Я ела шакшуку, мне не понравилось. Да? Я тоже недавно ела. Ну, как бы так. Можно хумус, знаешь? Мы вот... Просто хумус? Хумус с бейнаном. Либо хумус с салатом с бейнаном. Ой, я же хотела ролл попробовать. Ролл? Да. Какой? Спринг ролл. Он жареный. Вокруг, знаешь, да? Нет. Нет. Ну, ты говорила вкусно? Нет, я не про этот ролл говорю. А про какой? Про тикарол. А где он? Это вот там дальше. Дальше будет? Тикарол? Ладно, сейчас разберемся. Так, нашли мы панир тикарол. Это панир на гриле. Скрученный в ролл. А там же они еще что-то положат, да? Он похож на халафит. Похож на халафит? Прикольно. Просто типа это... С баттернаном 160 и кофе за 40. Честно, я так и не поняла, в чем различие ролла и лафы. Да. Насколько я поняла, что в ролле овощи обычные, свежие, а в лафе тика овощи. То есть печеные на гриле. Сейчас попробуем. Да, поймешь разницу. Можешь, не поймешь разницу. Сона, так чего, домой не собираемся? 24-го рейс, но никак. Не готов. Сказали, там 24 октября рейс, я бы начала готовить. Октября. Я бы начала готовиться, постепенно обдумывать. Не знаю, у меня просто есть моменты, которые меня останавливают. You don't want to drink? I don't want to drink. Drink? No. Don't get chai. Yeah. Чаю не хочешь? Не, не хочу. Вот я обычно пью соду с лимоном, но чувствую, что сейчас выпью, то мой желудок скажет мне. Она на тебе. Может, картохи еще взять? Гулять так гулять, да. Ой, даже не знаю, как бы справила последний. Мне не верится, что у меня последний день. Я как будто бы не последний день. Левганза прислала просто, что типа все хорошо, летим. Все прекрасно. Прощаемся с Мурюшком. Завтра уже не будет морюшка, наверное, да? Я до сих пор не знаю, во сколько мы выезжаем. Ой, все в сумбуре. Сона выдает мне гениальную идею, говорит, тоже путешествовала до Мумбаи, забронировала просто хостел. Это же гениально. Может, мне тоже забронировать? Что ты вообще никакая будешь, представь. После ночи пути, после слипербаса, я представляю, какая помятая буду. А потом еще тусоваться в аэропорту, я не знаю. Не воспользовалась? Чего? Потому что мой поезд опоздал, я приехала в Мумбаи только
А нет, я так сделала, когда я из Мумбаи ехала в Дели. Я ехала на поезде. Я бронировала хостел, потому что должна была в 12 прилететь, приехать в Дели. В 4 утра у меня самолет. И в итоге я забронила себе хороший хостел, прям помню, хороший был. Но поезд опоздал, и я приехала в Мумбаи, в Дели только где-то часов в 9. А, то есть, ну, короче, ей не надо был хостел. Часов на 6, на 7, я считаю, на 12, на 6. Я просто поехала, пока вызвала тук-тук, нашла тук-тук, добралась до аэропорта, уже было 12. Потом, ну и там прождала 4 часа, 6-7 часов. Понятно. Ну, если у тебя все будет так, ты можешь забронить правильный порядок. Ну да, просто так хотя сейчас бы приехать, да, немного привести себя в порядок. А ты что это самое, действительно? Что нашла? Что, я бомжиха, что ли? Я не могу себе позволить. Я не такая, как не все. Напоследок-то, да? Что-то заказать, я сплю. Я вчера легла голодная. Я так хотела есть, но я... Что, не было чего поесть? Да было чего поесть, я что-то как-то не ела, не знаю. Короче, я приехала домой и поняла, что я готова разорвать всех. Я хочу съесть. У меня в холодильнике ничего не было, кроме сливочного масла, старого тёрка. Вот опять писаешь, что ничего не слышно. И макарошек, которые вот... Были макарошки только, да? Не макароны, а паста. Варить пасту не буду. Потом смотрю, жвачка на холодильнике. Может, пожевать жвачку, но он же выделяет... Желудочный сок. Не буду. Время было где-то... Водички надо было выпить. Спасибо большое. Очень вкусная водичка. Очень вкусная. А ты сама говорю, я себе ни в чем не отказываю. Хочешь чай пью, хочешь кофе, хочешь воды. Да. С лимоном. Да, с лимоном. Это важно. Между прочим, не слайм. Я купила лимон. О, настоящий, большой. Гибрид лимона, мне кажется. Гибрид. Пахнет очень вкусно. В общем, я легла голодная спать, утром проснулась. Думала, разорву всех, пойду съем в бейкере 5 мангопаев. Где это бейкере? Я что-то не поняла. Пойдем со мной на обратном пути подождем. Я хотела море поснимать. Вот как раз мы пойдем с тобой. Мне надо статично, чтобы видео было. Тебе надо в бейкере, блин, пошли. Надо бейкере. Ну, мы подумаем над этим, хорошо. Я в итоге встала утром. И что, не дошла до бейкери? Я думала, я сначала по треню. Я купила американский вот этот брауни. Я не знаю, почему он мне прям заходит на ура. Там грецкие орехи есть. Он стоит 35 рублей, вообще дешевый. Как Бабаджи называется? Я там была. Которая бейкери? Которая бейкери? Непальская бейкери. Непальская? Непальская бейкери. Thank you. Знаешь, где? Оптовый магазин. А, да. А, там рядом. А, значит, я знаю, где это. Там вкусно. Там да, очень вкусно. Бабаджи она называется. Бабочная? Бабаджи. А, ну не пальцы держат. Они еще сыр продавали. Из горного молока, горного козла. Горной коровы. Там прям сыр дорогой. Килограмм. А сыр я не помню. Я приносила, надо было здесь жить. Надо было здесь. Ну, извините. Я всегда, если что-то ем сама, это вкусно, приношу Ашот. Молодец. Ну, не ему конкретно, а всем, кто там есть. У него все время меняются. У него то была одна девочка, потом была Саса. Знаешь, Саса что ли? Саса? Саша. Нет. Он говорит Саса. Саса. Саса была. Да, потом она уехала, сейчас она живет на юге, мне кажется. Новые подробности личной жизни Ашоки. Это просто подруга, Он очень... Да, Ашока очень дружелюбный, он дружит со всеми. И со мной, мы с ним уже дружим 2 года, так что он не мой мужчина, и не... у нас нет никакого флирта абсолютно просто дружит. Вот что я тоже пытаюсь доказать всем зрителям, Ашока не мой мужчина. Ашока не наш мужчина. Не наш мужчина. У меня есть мужчина. Вот у Асоны есть мужчина, у меня тоже будет скоро, я надеюсь. Да, да. Послезавтра. Да это было бы удивительно. Я догадалась. А ну давай руку. Да. Я, знаете, чего офигею, если это будет. Послезавтра? Встретимся в Мумбаи. Знаешь, жизнь, она же такая непредсказуемая. Жизнь, она такая, да. Я, например, никогда... Вот сейчас мой мужчина,
я невероятно счастлива. Я никогда не могла подумать, что такое реально. Вот так, такое. Как вы встретились? Он как познакомились? Подошел к тебе? Не буду рассказывать, просто скажу вкратце. Ну, хоть вкратце, да. Ну, нет, интересно же. Скажу, что у меня в голове не то, чтобы, знаете, я вообще такая на опыте. Не то, чтобы, знаешь, были какие-то определенные там пунктики, по которым какой должен был быть у меня мужчина. Нет. Но я себе, конечно, загадывала. Просто в голове так держала какую-то информацию. И это была взбалмошная информация. Что он должен тоже танцевать в латине. Что он тоже, что он должен говорить немного на русском. Высокий обязательно. Ну и там другие какие-то аспекты. Ну да, да, да. И все, просто все совпало. Класс. И это было, да, и это невероятно. Поэтому нужно всегда не бояться мечтать. Не бояться мечтать, это прям максимально не боясь не ограничивать не вселенную, короче. Да, ну это такие, вы знаешь, банальные слова, но действительно, ну вообще реально. Нам так и есть. Что когда-то я смогу, не то чтобы это прям, не знаю, что будет дальше, я сейчас наслаждаюсь, мне хорошо, но это для меня это нереальный человек. Вот так я его загадала, из чего выпила. Ну круто, я желаю вам всего самого наилучшего и прекрасного, чтобы у вас все хорошо складывалось. Кто его знает, конечно, в будущем, но пусть все складывается самым наилучшим для вас образом. Путечку. Все всегда спрашивают, а что? А замуж? А детей? Да, да, да. Я не конкретно про моего мужчину, я вообще говорю. Ну, зачем что-то планировать? Планировать надо какие-то... Ставить себе цели нужно, конечно же. Иначе жить бесцельно, ну, зачем? Но вот что-то прям планировать должно быть четко так, а не как иначе. Вот я тоже себе, например, когда-то ставила цели, да, вот я хочу там-то, там-то работать, то-то, то-то получать. И в итоге у меня получалось иначе, но еще лучше. Может быть, меня таким образом, кто-то это называет вселенной, кто-то богом, кто-то своим внутренним большим миром, да, таким образом меня пыталась проучить. Но все очень хорошо. И самое главное, не нужно бояться, когда твое настроение меняется и когда оно понижается. Да, это нормально. Это нормально. Это нормально, вот пройдет неделя, мое настроение опять куда-нибудь яму упадет в Марианскую впадину. Я так говорю, не до замужества, да. Ну, короче, все своим чередом, всему свое место и время, правильно? Живем, проживаем, наслаждаемся. Где мой омлет? Где мой омлет? А где мой этот рот? Сейчас будем кайфовать от омлета. Да. Ты потом будешь кайфовать от моря, когда пойдешь и поснимать. Да. Будем кайфовать, короче. Итак, принесли ролл. Будем сейчас пробовать. Виднеются овощинки. Наверное, там, ну, судя по названию, будет панир внутри. Пробуем. Че, мне нравится. Вкусненько. Немножко остренько, но в меру. Супер. Тебе сон как омлет? Где ты сона? Мне кажется, омлет тяжело испортить. Со шпинатом. Со шпинатом. Кстати, здесь очень дешевый. 20 рублей стоит. Да ладно. Прикольно. Хорошая цена. Да, шпинат дешевый. Ой, я объелась. Еда чудесная, просто великолепная. Халабуда, халабуда. Ну такая родная уже. Thank you. Всем спасибо. Спасибо, Сона, за компанию. 500 минус 180. 320. Да, 320. Кук, thank you. Супер фуд. Ах, это красивая огненная женщина. Ну что, мы прощаемся с Сонушкой. О, боже мой. Все, пока. Все, пока. Ты только поворачиваешься, не поняла. Я тогда хочу уйти. А ты что, куда собралась-то вообще? Все, солнышко идет домой, я иду снимать море. Пока, я очень надеюсь, что мы еще встретимся. Спасибо за все. Пойдем, а ты куда? Я пойду туда. Я направо иду. Прям туда дальше?
Да, я хочу туда подальше, к скалам. Там красиво. А Шоке привет передай, скажи, что я приду завтра. Хорошо, я передам. Все. Спасибо за все мое письмо. На связи, да? Очень была рада с тобой повидаться. Я тоже. Да, пиши на связи. Да, я напишу. Идем, идем. Я чуть дальше. И видео фото, жду. Фото, конечно. Будет нормальный интернет, обязательно вышли. Да, все. Пока-пока, малышка. Да, на связи. Идем. Идем. Поснимаем. Поснимаем. Пока дождя нет. Я штатив не взяла, конечно же. Ну ладно. Это реки, ой-ой-ой. Аккуратненько. Так, где мы с вами тут пристроимся? С красивыми видами. Как вам такой вид? Не, какие-то провода, да? А вон сона пошла. Какие-то провода. Ну, пойдем дальше прогуляемся. Посмотрим, как там чего. Ого, ничего себе. Что это было-то? Так, надо же так, чтобы еще сама, чтобы посторонние звуки не были слышны. Если вдруг кто-то будет ходить. Все такое заброшенное какое-то. Вот, ну, скажите. Какое-то непонятное. Все, мне тут нравится. Отлично. Засекаем 15 минут и записываем. Ну и что тучи? Значит, так было нужно.